Так, я теперь как это, как матерый рэпер с голосом таким бодрым. А, трещины будут. Мы вырежем этот пласт стены, и мы с вами вместе строим вот эту штукенцию. Больше такой ошибки я не повторю. Приветствую, друзья, очередной строительный день. С вами договорились попробовать в качестве эксперимента, что я буду снимать весь свой строительный процесс от начала и до конца. Не понравится, значит, не буду. Ребята, сорян, подождите, я понял. Вы меня, наверное, когда-то приучите к тому, что я буду пристегиваться все время и перестану нарушать правила. В этом году нам предстоит с вами работ еще кроме этих штукатурных просто немерено. То, что я сейчас делаю там электрику со штукатуркой, это мелочи по сравнению с тем, что нам с вами еще предстоит. Впереди у нас, я напомню, отмостка обязательно. Банька, которую нужно уже прямо вот в ближайшее время делать, потому как мы уже живем на стройке периодически, и надо как-то умыться, умываться, правильно? Так, вот тебе. Угу. Вот там все. Все? Все, отлично. Так, ребят, покажу вам. Смотрите. Конечно, на стройке еще увидите, но я покажу вам сейчас. Вот такие подрозетники. Глубокие. Вообще классные. Мне очень понравились. И провод. 3 на 2,5. Но я не мог вам не показать это замечательное место. Тем более мы в этих краях с вами сейчас были. Здесь обзорная такая площадочка, и тут можно замечательно так остановиться и покушать. И здесь видно весь наш город. И даже видно горы нашего горного Алтая там вдалеке. Смотрите, правая часть города — это Приобский район. А здесь восточный — это старый город, откуда он начинался. Но длиной у нас он 33 километра. Ваше здоровье. Первым делом, заходя в комнату, начиная с ней работать, я прокладываю проводку. Изначально я штробил. Но потом мне мои дорогие, уважаемые мною подписчики, то есть вы, сказали, что штробить только надо в тех местах, где у тебя штукатурный слой будет не больше 100 сантиметров. И то, где сантиметр, там уже не надо штробить. И вот в этой комнате все проштроблено, но слой в 4 сантиметра, короче, он совершенно этого не требовал. И теперь я не штроблю, я просто прокладываю ее по внешнему слою, то есть как это по идее надо. Итак, первый этап у нас — прокладка проводки. Друзья, когда вы прокладываете проводку, сразу вырезаем подрозетники, стаканчики, ну туда ничего не вкладываем, а вот просто вот закручиваем туда проводку и ее там сантиметров 15-20 делаем язычок такой и, в общем, вставляем его туда на место. А вот эти дюбель крепления очень классно мне понравились, они прям отлично они держат. То есть прорезаешь четверкой шуруповертом в пеноблоке отверстие, вставляешь туда этот дюбель, он держит вообще классно, просто классно. Так, по проводке. То есть мы провели проводку. Второе, что мы делаем? Мы грунтуем стены. Грунтовочки вот на сегодняшний день у меня ушли вон те баллоны, еще 2 баллона у меня стоят сейчас на складе, которые будут сейчас уходить, эти стены. Ну и как все говорят блогеры, все строители, при работе с пеноблоком используйте 2 слоя нанесения грунтовки. Первый высохнул, прогрунтовали еще раз. И я вам хочу сказать, что это совершенно правильно, тем более кустарный пеноблок, он вот этот может выйти глянцевый, он не впитывает, а вот какой-нибудь, например, вот этот будет сосать влагу как сволочь. Поэтому, друзья, делайте на 2 слоя обязательно, и я вам советую, и это будет просто правильно. После того, как мы прогрунтовали на 2 слоя, дальше, по идее, мы можем уже начать штукатурить. Некоторые люди так и делают, то есть ставят маяки и начинают штукатурить по пеноблоку, делая образ. Это жидкий раствор цементно-песчаной штукатурки, который просто набрызгивают на стены, и он является неким скрепляющим составом, который в дальнейшем будет держать штукатурку со стеной. Я же пошел другим путем, и этот путь я считаю наиболее верным и наиболее таким интересным, потому что вы просто обманываете материал пеноблок и обманываете материал штукатурки. То есть штукатурка думает, что она соединяется с бетонной стеной, в свою очередь пеноблок, он думает, что он соединяется со своим любимым клеем. То есть клей, который был разработан специально для работы с пеноблоками. Мы наносим клей, после чего мы вклеиваем туда, утапливаем сеточку. Кстати, вот может быть это неправильно, что она немножко местами торчит. Она должна быть утоплена, как, например, вот здесь. После того, как мы вклеили сеточку, мы берем... Я вам сейчас покажу, я же буду все сегодня показывать. Вот такую берем гребеночку, просто
проходим ей по клею, оставляя вот эти борозды. Для чего они нужны, я думаю, вам объяснять не стоит, но на всякий случай скажу для тех, кто начинает это только сегодня, ну, первый раз. Эти борозды очень хорошо потом агдезируются с самим основным слоем штукатурки. Он называется основной слой, по-моему, или как? Короче, вот этот заполняющий слой. У кого-то он основной, если слой не толстый, например, вот тут у меня будет небольшой слой. Поэтому здесь он сразу будет основным. Где-то делаю в два раза. Дальше, маяки. Ребята, про маяки сразу скажу два момента. При установке маяков я допускал ошибку и допускаю ее и сегодня. Намазывая вот эти пятаки, я делаю небольшой всего лишь захват. И получается, что у меня пятак потом отрывается. То есть, если я сейчас немножко ее поведу на себя, она просто оторвется. Делайте пятак больше и замазывайте вот эту часть тоже раствором. Тогда у вас будет маяк лучше держаться и он не будет отпадывать. Второе, по поводу маяков. На углах, ребят, вот это расстояние, оно маловато на самом деле. Делайте сантиметров 20, 15-20 сантиметров от угла. Тогда у вас не будет проблемы с соединением вот этих двух стен. Далее, по поводу лазера. Как я вам рассказывал вот в этом видео, как я этот лазер подцеплял. Там очень все было такое теоретически неинтересно. На самом деле я делаю просто. Там, где большая стена, я выставляю лазер сюда. Сначала отстреливаю ту стену, вкручиваю саморезы. Потом отстреливаю эту стену, вкручиваю саморезы. Между саморезами я натягиваю шнурку. И у меня получаются центральные саморезы. Их прокручиваю и креплю маяк. Ребята, всегда используйте саморезы. В одной из комнат я делал всего лишь два самореза. Вверх-вниз. Это неправильно. Но это может быть и правильно для профессионалов. Для нас, новичков, лучше три, а может быть даже и больше. Я использую три самореза. Один в середине, вверх-вниз. И так удобнее равнять маяк. Потом мы просто берем с вами большое правило, прикладываем маяк и придавливаем правилом, смотря по линии, чтобы он нигде не вминался, не выпирал, чтобы вся его плоскость соприкасалась с слоем. Еще одна ошибочка. Я вам расскажу о ней немножко в другом виде, потому что я снял этот видосик давно, у меня фрагментиком лежит. Вот он, собственно говоря, смотрите. Я просто настоятельно рекомендую вам научиться сначала набрасывать правильно раствор, и уж потом приниматься за стены. Как вы помните, начиная с этой комнаты, я еще не умел вообще штукатурить, и на ней я учился, что привело, конечно же, к своим плачевным результатам. Покажу вам этот момент. Смотрите, вот эта трещина, вот эта беда, это моя боль. Она произошла в результате того, что, во-первых, я неправильно нанес клей, не сделал гребенку, я вам покажу дальше. И второй момент, я намазывал клей. А его надо набрасывать, потому что иначе ваш раствор может забухтеть. Именно это и произошло с моей стеной. Слышите? Мы вырежем этот пласт стены и заменим его на правильный. Поможете мне? Ребята, очень важно использовать все степени защиты. И это я сейчас говорю о шапочке. Да. Давайте вырежем вот так. Вот, видали, ребята, вот в чем беда. Раствор, который совершенно не приклеился. Именно из-за того, что здесь не было нанесена гребенка. Это халтура. На самом деле не так все страшно, как вы думаете, ребята. Это единственное место. Объясню почему. Смотрите. Когда я делал набрызг, по сути, клеем, я совершенно не создал гребенку. Это вот именно здесь у меня вот такой промах. Второй возможный момент, потому что я намазывал раствор. Его надо набрасывать, он так лучше входит в поры. Я этого не делал. Вот как итог. Вот он итог. Остальное везде на простук. Везде стены очень хорошо держатся. То есть проблема была только вот в этом, в одном месте. Но мы его решим сейчас. Тут не так уж и много. Учитесь на моих ошибках. Не повторяйте их сами.
Так, ну здесь набрасывать, наверное, смысла нет. Клей-то, наверное, можно и так нанести. Не, ребят, давайте честно, только не хейтим, да, потому что как бы я мог вам этого и не показывать и сказать, что все прекрасно, все получилось идеально, а потом это аккуратненько исправить и все. Но мы же честно строим с вами. Так, вот эта штука. Нет, она не вывалится. Поэтому я хочу показать. Сейчас я сейчас делаю подготовку, по сути, еще одну, уже на клеевой слой. Но теперь она будет у меня с ребрышками. То есть вот так, смотрите, теперь. Больше такой ошибки я не повторю. Комната уже была готова, все. Она была уже прошпаклевана. Под обои, можно сказать. Но эта трещина не давала мне покоя. Я решил, что лучше я исправлю эту проблему, чем буду спать потом и волноваться, что у меня в доме что-то сделано не так, неправильно. Еще главное, что это небезопасно. Это детская комната. Фиг его знает. Конечно, я не уверен, что это так страшно, что это что-то отвалиться могло. Но, как это? Это не шутки, правильно? Вот так аляписто мы сейчас наносим ее. Происходит агдезия раствора. Все, и теперь это все высохнет, и я сверху нанесу снова раствор цементно-песчаный. И потом все это дело отшпаклюю снова. Больше проблем нет, только вот одна стена забухтела и пошла трещинками из-за этого. Итак, я уже закончил этот вопрос, я его вот так решил, поэтому рифленка обязательно, тут я это и понял. Осталось теперь только еще на раз пройтись составом, и в принципе уже все будет здорово. Больше нигде не бухтит. То есть все остальные стены, вот, например, мелкие трещинки, да. Кстати, я советовался с профессиональными строителями, они говорят, трещинки будут в любом случае, как бы ты, какие бы ты слои ни накладывал, трещины будут, от них можно избавиться только одним путем. Если вы хотите эту стену использовать в дальнейшем под покраску или под какую-то финишную штукатурку, декоративную штукатурку, друзья, для этого вы должны обязательно использовать еще один слой сетки. И тогда уже трещинок у меня вот таких нигде не будет. Здесь везде сетка используется, но тем не менее вот эти усадочные трещины, от них никак не уйти. Но на простук понятно, что там нет никаких бухтений, там в этом плане у нас все нормально. Дальше, ребята, еще один момент, который я уже не в первом своем видео говорил и советую всем внимание на это уделять. Посмотрите, как паршиво и коряво я поставил розетки. Но здесь я, конечно, выправлюсь в дальнейшем. Я здесь добавлю потом третью розеточку, которая будет являться датчиком движения ночной подсветки. Михаил Такаев, друг, подписчик, спасибо тебе большое за эту информацию. Но, с твоего позволения, ой, нет, это не Михаил мне посоветовал. Но Михаил посоветовал мне тоже очень много интересного и полезного. Он классный электрик и наш подписчик, друзья. В комментариях он часто пишет, и если у вас какие-то вопросы есть, он на них ответит, вам поможет. Парень просто замечательный. Короче, все, Михаил. Михаил, ты молодец. Итак, мне один из электриков посоветовал классную штуку. То есть у меня там две розетки будет, но в дальнейшем я вот здесь сделаю еще один подрозетник и здесь поставлю шаговый датчик движения с подсветкой в 4 диодика. Их обычно устанавливают на лестнице. Чем он классный? Он работает только в ночное время суток, когда вы встаете с кровати, идете в полумраке, чтобы попасть в туалет. Этот датчик с 3 метров включается и дает вам тоненькую, приятную, аккуратненькую подсветочку к ногам. Тем самым вам не приходится выключать выключатели, включать, и вы так по всему дому идете, здесь включился, там включился, так вот до туалета добрались, он 50 секунд работает, обратно вернулись, он выключился, все, проблем нет, ночью вы дошли, никого не разбудив, никому не помешав. Это не совсем штукатурная тема, но я думаю, что она вам будет полезна для тех, кто только начинает штукатурку, ребят. Ну, про этот момент я уже всем говорил, это мне тоже кто-то посоветовал из электриков, классная штука. Ребята, всем советую устанавливать вот такие розетки в каждом оконном проеме. Ребята, далее, про штробу я тоже говорил, да, телевизора здесь идет потайная штроба, если вдруг она пригодится, я ее вскрою и попаду. Вон там внизу у меня будет тоже стоять подрозетничек, я его еще не поставил, он мне сейчас дойдет. Там будет, в каждой серии розеток есть такой, он просто называется выход, как-то там.
То есть это как розетка, но она не имеет в себе ничего. То есть это для того, чтобы как раз продеть какую-то штробу. Так, друзья, и момент, почему все-таки происходят трещины? Обычно причин трещины отслаиваний штукатурного раствора несколько. Первым из них можно назвать это плохая сцепка штукатурки с основанием. Следующее – это быстрое высыхание смеси, неправильные пропорции раствора, ну и, конечно же, толстого слоя. Плохая сцепка штукатурки со стеной происходит в основном из-за игнорирования обрызга, как раз то, из-за чего у меня и произошла проблема с первой комнатой. Экономии времени на смачивание поверхности. Если не смачивать поверхность, влагу быстро заберет в себя пеноблок, и у вас все это дело начнет отваливаться и бухтеть. Ну и низкая эгдезия основания. Соответственно, эгдезия – это возможность сцепки. Также быстрое высыхание штукатурки приводит к трещинам. Высыхание чаще всего ускоряется при высокой эгдезии стены и прямом солнечном свете в летнее время. Уменьшить эгдезию можно обильным смачиванием поверхности либо грунтовкой. От солнца стену защищают при работе на фасаде защитным навесом. Очень хорошо помогает. Важно соблюдать пропорции раствора. Если их доля превышает норму, то раствор быстро сохнет и уменьшает качество штукатурки. Еще одна причина дефектов – это толстый слой раствора. При толщине более 3 см следует использовать металлическую армирующую сетку, которая крепится к стене перед образом на дюбеля или гвозди. В этой комнате, кстати, ни одной трещины нет. Это моя гордость, это моя уже находка, в следующей комнате их тем более нет. Вот только в первой комнате я учился, а здесь уже такой проблемы. Ну, я вам могу прям досконально провести по стенам, по самым сложным местам. Ну, это почему вот эта стена? Потому что с той стороны-то, вы помните, она там в трещинках была. Здесь уже штукатурка нигде. Вот уголочки, посмотрите, что еще. Короче... Да, по поводу распаечных коробок. Ребят, что мне не говорите про всякие шлейфы, не шлейфы. Распаечные коробки – это вещь полезная, стоящая. Единственная проблема у нее при декоративной штукатурке – ее придется как-то вуалировать и прятать. В плане, если вы с обоями – нет. Я считаю, что самый оптимал – это распайка. В этих подрозетниках я, конечно, брал глубокие специально, для того, чтобы можно было в них что-то прятать. Давайте я вам покажу просто для примера. Вот, проходной выключатель, посмотрите. Вот в этом месте идет проходник. Вот, видите? И вот эту штуку спрятать в подрозетник, блин, ребят, я против. Лучше уж я сделаю, короче, распаечку и буду с ней не волноваться, я буду знать, что у меня в этой распайке все и происходит, и все. Друзьяшки, давайте немножко я поработаю, потому что у меня раствор уже сохнет, а вы просто наблюдайте, где-то я буду что-то немножко рассказывать, где-то я буду свои мысли излагать, но мне нужно дело делать, потому что времени в обрез, а мне нужно это, короче, сделать. Что-нибудь в комментариях всегда пишите, ребят. Мне так нравится, когда мы с вами общаемся, это просто классно. Не просто посмотрели видосик и все, а да, написали свой комментарий, свою мысль, свой совет. Можете даже меня поругать где-то, ну а что, почему б нет-то, ребят? И мне понятней, и вам, короче, ну, то есть вот это, я считаю, это и есть взаимосвязь, это и есть диалог. Ну все, я начинаю, потому что у меня стена уже подсыхает, я ее грунтанул еще на разок. Кстати, грунтовки не жалейте. Грунтовка – это такая штука, которая хуже не будет никогда. Грунтовочка, она всегда полезна. Я сейчас буду накидывать, ну, вы понаблюдаете со стороны. Все, поехали. Растворчик у меня уже, вон он, замешан, все готово. Somewhere deep in my mind, see the barbed wire. The place is grown all wild, 'cause I don't know if it'll be enough, or if they really care. There's a stairway down for the both of us, but let's not go there. I'm telling you. Так, друзья, по поводу проводки. Короче, вне зависимости от того, что мы паяем, я использую 3 степени. Строю для себя, строю один раз и строю надолго. Поэтому я делаю скрутку, потом это все пропаиваю. У меня есть вот такая советская топорина, которая очень хорошо паяет. Я пробовал маленьким паяльником, но это фигня. Вот эта вещь обалденная, сейчас я вам покажу как. Пропаиваю и потом одеваю сиз.
Почему использую черную битумную изоленту? Покажу сейчас ее. Нравится она мне чем? Она не горит, она не плавится. В случае, если идет какой-то нагрев, она просто костенеет. Я считаю, это оптимальный вариант. И, ну, прикольно. То есть, наши прадеды в свое время придумали, и мне кажется, тут ничего менять не надо совершенно. Так, сейчас мы вон ту штуку с вами пропаяем, и вы поймете, как это делается приблизительно непрофессиональным электриком. Ну, можете поругать, можете похвалить, не знаю. Но пишите комментарии. Все, поехали. Ну, вот сюда, например, вообще можно. У меня есть синенькие еще такие. Вот сюда, сюда. Сейчас я принесу, покажу сразу. Посмотрите, вон желтые. А вот еще есть такие синенькие, сизы. Короче, до 4,5 квадратных миллиметров, 2,5. Блин, честно, я помнил эти маркировки, но я их сейчас позабыл, что это означает. Но я примерно... Короче, когда я покупал их со знанием дела, честно скажу. Сейчас я уже позабыл. Ну, сейчас, конечно, опытные электрики посмеются. Так, немножечко добавим вот этой сосновой вкуснятины. Она так пахнет классно. Вот сейчас мы ее немножко так промажем. Это просто для того, чтобы лучше... Смотрите, как быстро пропаивается. О, видите, впитывает, видите, как? Хоп, все, прекрасно. Я думаю, мне сейчас даже напишут в комментариях, что сизы здесь нафиг не нужны. Я думаю, что вы правы, они тут как бы нафиг не нужны уже. Потому что это такая проводка, она просто готова. Давай, пропитывайся. Фух, все шикарно. Так, ну все, мы пропитали. Короче, следующее действие. Мы берем с вами клочок изоленты. Давайте, какие остыли уже, вот с них и начнем. Сейчас что, вы видите одного меня или вместе с проводкой? Короче, ребята, следите за каналом. В дальнейшем у нас будет еще в этом году, мы все-таки запустим с вами нашу сауну, баньку нашу. Так. И мы сделаем отмостку. И мы... Да, короче, в этом году у нас реально еще дофигища всяких вопросов, которые нам необходимо с вами решить. Поэтому, ребятки, палец вверх, колокольчик. Подписывайтесь на канал, если понравилось видео, пишите комментарии, если не понравилось, тоже пишите комментарии, потому что каждый ваш комментарий делает этот канал лучше, и мы с вами вместе строим вот эту штукенцию, это ж так прикольно, ребят. Так, ну, короче, у нас на Алтае уже время 10 вечера, мне пора спать. Все, адьос, амиго, пишите комментарии, пока.